Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем вместе с вами печь медовик. Кладем сливочное масло, яйца, мед и сахар. Все это перемешиваем и кладем на огонь. Как только масло растает, убираем с огня. Убираем с огня и добавляем соду. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Разделяем на 8 частей. Формируем из них колобки. Накрываем пакетом. И отправляем в холодильник на 2 часа. Пока тесто в холодильнике, приготовим заварной крем. В ковш наливаем молоко и ставим на огонь. В миску кладем яйца, сахар и муку. Все это перемешиваем. Яичную массу добавляем в молоко. Варим до загустения, при этом постоянно перемешиваем, чтобы не подгорело. Крем загустел. Накрываем пакетом и даем остыть.
достаем тесто из холодильника и раскатываем тонким пластом. Раскатали, протыкаем вилкой, чтобы при выпекании не пузырился. Отправляем в духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Пока корж горячий, вырезаем края. Даем остыть. Таким образом продолжаем выпекать. Вот такие коржи у нас получились. Даем им остыть. Пока остывает, продолжаем делать крем. В сливочную массу добавляем ванильный сахар и взбиваем. Постепенно добавляем заварную в основу. Крем готов. Собираем торт.
покрываем торт крошками от коржа. Отправляем торт в холодильник пропитаться на 7-8 часов. Можно оставить на всю ночь. Да? Песочек. Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!